носить руки. Остальная хуйня. И А а с Луну Луны так закрывать, да? непонятно. Да, ты с центра смотришь Луну, треугольник с той стороны, короче, эту половину комнаты. Там, если появляется две, там тоже маг в центре будет стоять и будет смотреть, где третья рука, ее закрывать. Все маги, блядь, не два, а все маги, все смотрят за руками. Это единственное, что у нас здесь вайпнуть может. Все, Ну тут готовность. еще в рамбе может появиться, нахуй. Так что смотрите РДД. А может два в мили появиться, может два в луне. Смотрите просто за руками и все. Все, здесь все стоят. Нурик, вам хватает там людей стоять? Я нужен? Нужен, Или я да. скину? Первая, вторая пати все здесь, кроме Ханта. Гибитка, Керус, Эрпал здесь стоят. Давайте сюда встаньте. В крестике. Да. Когда я говорю, убегайте за спину босса. Все, поехали. 4, 3, Смотри, сова не в 2, крестике. 1. Сова, гибитка, подойди сюда. Сова в грул зайди. Крестик. Сова 10. Да нет, у меня вов залагал при пуле вообще. Я зависла. Да. Ура, да. Давай я пока встану, может не сдохну. Нет. Вот не бить мой мозг, пожалуйста. Ну я залагал вообще. Все, вы оба вылетели? Да. Да ебать, ну охуенно, просто лох. Балрот. Кто вылетел? Да похуй, дайте диван кому-то, два танка. Я луну закрыл, но у рамба никого не было. Вот сюда я надо было кому-то. Я говорил РДД, блять. Кто-то диван даст? У меня дайте диван быстрее. Когда 4 минуты. Блять. У нас просто вылетит. Лок СС на себя, любой лок на себя СС. Вон вис можно уйти. Сейчас вон вис. Бля, закрою руки. Понял, Вар, нихуя сложного. А не, я понял, только я одно не понял, типа с каких они сторон появляются. Они это с рандомных сторон. Рандом. Это похую, с какой стороны? Их всего три в комнате. Твоя задача одну закрыть и все. И не еби мозг просто. Два любую танка закрывал. Ближайшую до тебя бежишь и все, и похуй. У тебя рывок есть, если что, вмешательство называется, знаешь. Но я есть? Бежал в ромб, поэтому только не было. Вмешательство, если что, если добежать не успеваешь, там хуяришь вмешательство в людей, кто стоит. Женя, смотри за этими руками, с киртом. Я смотрю, одну-то я закрыл, потом... Танки два закрыли, да? Не нет, первый я тоже закрывал печеньку. Значит, нянька не закрыл ни одну руку. Одну закрыл. А вторую? Короче, РДД, блять, вот босс пуляется, да, и до того, как перелетел шарик между ромбом и треугольником, там в ромбике могут появиться руки, может одна, может даже две появиться. Если вы не закроете руки, то будут люди падать по 2, по 3, по 4 челика. Этот босс манекен обоссанный. Это просто надо закрыть 3 руки по КД каждые 20 секунд в комнате. И все. И он убивается, блядь, закрытыми глазами. Основную работу Кирус, здесь... Кирус, а ты прибегаешь? Чего? Отошеломляющий прибегаешь? Да, 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 да. Только ровно 10 стаков. Это с двумя петами было. Так что смотрите, блядь, еще когда вы закрываете руку, на человека вешается дебаф на минуту. Если типа одни и те же будут бегать закрывать, там все прожимки глыбы свои отдадут, а вы будете я нихуя не делать, да, то ну они умрут и рейтовый понесся из-за того, что челик в руке умрет. Так ну, что нахуй, либо закрываете все и мы нормально с первого раза убиваем, либо, блядь, будем вайпаться. Все правильно. Время... Максового пета тоже поставь. Время 50 минут осталось, блядь. Ну, сейчас челики вылетели, в принципе, никто не виноват. Но с руками, смотрите, тут нихуя нету больше сложного, только руки закрыть и все. Че, фул ребафы погнали?
Да, короче, Иташа, слышишь, вместо гигибитки будешь стоять в кресту с нами. Анкус уманете, может? Знаете, шкаф? А, все, гигибитка зашел, встаешь вместе с нами в кресту. Все. Да, нет, у телефона был. Шкаф. Шкаф. И то, что и там. Классный. То, что там два танка типа стоит на руках, это не значит, что их не надо закрывать и типа ебланить. Смотрите, потому что не всегда танк успеет добежать. Если они неудачно встанут, не успеют добежать. Маги с блинками, вот для этого здесь 4 мага. Каску дайте, кто там каску начал давать и не дадал? По локам и этим шаманам не хватает. Давайте быстрее, времени нет, но две каски закинь танку. Или закончились у тебя рейги? Я хуй знает, где они стоят, блядь, я нажимаю, ничего не дается. Ну и похуй блядь, тогда. Вереника, сдай ты каску, я не знаю. Нахуй ему как 5. 2. 1. Сразу беру. А, и это касается всех престов. Собак своих вызывайте только после удара вот этого долгого. Только после, чтобы он они под удар не попали, иначе когда босс убивает, 20 раги весит себе. Уходите маг за спину. Киртл не сможет следующую закрыть. За спину все, уходить. Женя, ты за спину милики отошли. Я еще один раз смогу закрыть и все. Эма от огня сдали, все. Все, в крест возвращаемся. Печеньку не закрыли. Чё, блядь? Блядь, ну там не только два мага, ребят, все РДД закрывайте, блядь, не знаю. Не упал. Я няньку пойду, блядь. Потому что я стоял. А мне кого? Печать. Пусть ошеломлю еще. А остальные тупринки в КД были? Там кто-то не закрыл, поэтому он упал. Где ты на няньку? Я тут стоял в печати. Звезда, звезда, звезда. Блять, не успели. Да в ахуе, ебать, там всем так похуй просто. А, вы видите и просто смотрите. Если вам похуй, забираем печеньку и идите нахуй просто. Либо вы все закрываете руки, нахуй смотрите, либо мы будем продолжать эту хуету. Вайпаться, блять. Три руки на всю комнату, нахуй. Три руки на всю комнату. Закрыть надо. Я, короче, сам позакрываю сейчас мишки и все. Три танка, три руки, я заебись. Да, блядь. Поставлю вместо себя кого-то и все. Короче, Иташа, будешь со всеми стоять. Дай масрис. Тя, ну ты даже можешь снять танковский. Дайте губы. Блять, как вар сдох? Вот он, кто-то не закрыл рядом с ним руку. Нет, там в руке. Блядь, ну почему мы так близко стали, ребят? Ну, сгущенка. Тотем, тотем. Там не близко, там тотем.
Тотемы уберите. Диван давайте по кому-то, если есть. Сань, то, что в инвиз уйдешь, не поможет, это же босс. Давай. Знаю. Шаманам дайте диван. Уже похуй. Ну мне этот диван сейчас. А чё, звезда, это же совсем рядом с боссом, да, я так понимаю? Угу. И чё у вас, блядь, ну, налево, ну, не смотрится голова или что, или как, блядь? Или вы монитор выключаете? Да, последний под это, под ногой взорвался. Шкаф поставят, я сейчас треньки возьму с ГБ. РДД, стойте, там три человека под боссом, там руки появляются. Два в звезде, три. Три в центре комнаты, там. Пиздец, как вы стоите-то, блядь? Что вы, сука, руки в звезде, блядь, не закрываете. 10 человек РДД, блядь, стыдно, пиздец. 10 человек Наташа, под боссом, блядь. Наташа, прист, ответь что-нибудь. Стоишь вот... с миликами в кресту. Вместо меня. И отбегаешь за спину, когда тебе говорят, потом опять сбегаешь. Засмотри меня, пожалуйста. Иташа шаришь же, да, это смысл бегания там подъебала, под ошеломляющий, и выбегать по-датски. Шаришь всю эту хуйню? Там просто если вакханалия начинается, если там у нас, кстати, БДКшников нету с червями, там трэш какой-нибудь от лопов. Потому что если он больше стаков ловит, он ошеломляющий больше бьет, там физурон. У ШПшника брони не так дохуя. У него дисперсия же есть. Типа под стаком. Короче, смотри, Иташа, будет на боссе стаки, смотри там, если 20, наверное, не убьет, а вот если 30 с лишним, то прожимай точку нахуй на ошеломляющий. Смойте меня, пожалуйста. Мы анонсить будем, но ты сам тоже смотри, чтоб ты понимал. Чтоб ты потом пришел пугам и научил, блять, вот так надо бегать. А не то, что там не сиди, не жди команды по-тупому. Я говорю, смотри на стаки. Я тебе не буду персонально говорить, когда тебе точку нажимать. И когда убегать тоже. Когда 100 энергии у босса накапливается, но он дает адские. Это 40 тысяч удара огнем перед лицом босса. От этой хуйни надо убежать. Еще по всему рейду дамаг будет идти. Приста бафа нет. Приста бафа, дайте. Короче, Женя, Кертова и я будем третью закрывать. Няника и МК, смотрите. Да, я смотрю ромб, этот, ромб трусы луну. Дальние вот эти. Да. Стой ближе к боссу тогда, что ли? Когда огонь туда прилетит, разольется, там уже больше не будут руки появляться, блядь. Они будут только здесь появляться, под боссом, в звезде и возле дверей, блядь. Сова уходит. Давай. Ну похуй, без совы убьем. Я в ахуе, конечно, блядь. Арго. Давай, бессон. Гоу, это. Все, кроме него, готовы. Ну, а под лицо кто десятый встанет?
Под лицо. Грилли, ты встань тогда. Это ебать. А что, Элима постой. О, Элима у нас нет Элима. Я про питомца, блядь. Ну, Пета поставься, но если Пет сдохнет, там сразу за адским ебанет. На всякий пожарный стоите. Все, гол. Пять, четыре, три, два, один. Где равнять? Смотрите зов через 5 секунд. Встали руки, я иду. Киркорский, смотри. Смотрите, появились руки. И? Я еще раз смогу закрыть и больше не смогу. Я вот закрою следующий. Кирто, ты меняешь его. Арториас там должен был закрывать. Арториас, ты с той стороны смотри. И нянька, ты закрывал что-нибудь? Да. Уже два раза закрыл. 4 секунды. Руки появились. Я центральный закрыл. Артория сдох. А нахуя ты в ДД? Ты мне. Нахуя ты в ДД, ты мне объясни, блядь. Арториус, ты в танке должен был быть. Для этого мы тебя в танке оставим. Уходите, уходите за спину. За спину ушли. Нет, КДБ. Кирто, тогда ты с той стороны закрываешь. Руки смотрись. Возвращайтесь. Дай руки. Я одну закрою, там не этот мини есть. У кого БР есть? Маурмен. После ошеломляющего БР нет. Пусть бьет тогда. Зов, смотрите. Или мы с ней какой-то закрываем. Метки. Вот я в центре стану. Где еще одна? В миле зоне. А, убрала, убрала. Не закрыли. Там кто-то рядом стоял. Кирм съесть бы. Сейчас мне дашь, я дам еще кому-то. Надо, чтобы кто-то закрыл руки. Сейчас все руки закрывают, я... смотрите. 5 секунд. Мяурмент по чумной даже БР. Руки смотрите. Руки одна в центре, одна под боссом прямо, смотрите. Одна под боссом. Все нормально. Сейчас про БР. Мяурмент, чумной БР, да. А ты Кирос мне не закрывает. Все, Кирос побежал, меня БР. Вот я в центре. Вот, дай БР, просто по фреймам дай быстрее. Все, 5 секунды. Метка. Я не смогу закрыть, если что. За спину уходи. Я в центр стал. Вон там слева от босса закройте, кто может. Давайте. Возвращайтесь. На, я тебе БР дал. Не вставай пока что. Все, вставай, вставай, вставай. Мимо по его БР, да? Нет, 5 секунды. Одна в центре, одна слева и вдалеке. В печеньке закройте быстрее. Нормально, Кирто, красавчик. Кирто, я тебя поменяю. Мурмен, Вилота надо больше, чтобы ты БР, после ошеломляющего. Мурмен, БР не Вилота.
А, все, все, вижу, окей. Мне просто не показало. А, секунды, ты Арториуса был? Все, 2 секунды. Одна в центре, опять, опять в печеньке одна. И слева. О, у нас Джунда вылетел, пиздец. Это Милик, по? Это маг. Высерус этот. Камень. 32 секунды. Так, я за... Опять в печеньке. Я закрою. Одна под боссом, справа, справа под боссом, ну закройте. А, закрыли? Нормально, да. Ну, я просто видел, под ногой не видно было, что чувствовал. После этого за спину убегайте. За спину. Две секунды метка. Маски мало так. Возвращайтесь. Печеньки, за спину бегите. Теперь это... возвращайтесь, возвращайтесь. Гимн до хп устала. Я замедленный, не смогу метку, наверное, закрыть. Не-не, прошло замедление уже. 4 секунды. Метки. Опять центр и печенька. Печеньку закрывает ты тогда, этот нянька. Окей. Ты закрываешь. Так я её всегда сейчас закрывал и звезду. Все, все, окей. Только да. Женя, поменяешь, я не смогу закрыть. Окей. Вали? А, на себя, да. Дайте Геру. Как было, Геру? Когда 4 минус еще? На район. Топ падал. Камень. Все, стоп, не сифу. Камни опять. Приступ прилетело. Ага, нет. Иташа, тучку прожми. Камень после ошеломляющего будет смотреть. Несколько, 3 секунды. Руки. Одно в центре закройте быстрее. Центр, центр, центр. После этого за спину убегайте. Уходите за спину. За спину ушли быстрее. Тут сова стоит. Это алло. Сова, ты умрешь, адский. Все, возвращайтесь. Все, забежали, быстро забежали быстрее. Маз, дайте. Кто-то не успел, походу. Руки опять в центре одну закрыть. Меня убило. Три тела под лицо, слышите? Любых. Адский. Да все там, блядь. Короче, не зыбку даю, на хп читайте, гиб. Под лицо забегите, кто 10 тел надо. 9. Еще же адский удар будет. Забежал. Сейчас... Все, забежали, отлично. 10 тел должно быть под лицом, иначе будет адский. Я не смогу закрыть, давайте я встану под лицом. Да вставай, вставай под лицом. Женя, давай поменяемся. Все, вот, одно в центре закройте, одно в центре. В центре быстрее бегите, кто угодно. Он хорош. Ты запрыгнул? Убило? Все, Женя, ты вставай тогда в центр. Ты вставай перед лицом, его убило. Секунда, метка. После этого нет, после ошеломляющего метка будет давать. Руки. Руки появились. БРы, может, какие-то есть у кого, нет? Под руки, под боссом, руки. Закройся под боссом, под боссом. Закрыл. Все. Ты под лицо. БР дрел на меня. 3 минуты еще. Я устал, гимн на ману. Читай тотемы все ставьте. Меня убило. Быстрее, кто угодно, встань перед лицом, уставшая перед лицом, встань быстрее. Уставшая перед лицом или хапал перед лицом, встаньте кто угодно.
Там вроде забежал кто-то. В центре, слева. Я не знаю, где еще. Это все. Если что, скажу хапалу массакру, готовься. Пока не надо. Убегайте за спину быстрее сейчас. У меня КД 20 секунд. Короче, давай массакру. Массакру, давай прохиливаем. Все, хилы тогда перед лицом. Ретрик упал, 3-4 человека. Хилы перед лицом. Я зашла. Все, сейчас ловить. Но он уже, блять, адский сейчас будет кастовать. Ай, блядь. 2%. Сколько процентов? 2,2. Ебать. Круто, охуенно. Заебись, четко. Могете, умеете. Там люди просто умирали, сейвы свои не жмут. Вы смотрите на боссах, когда много стаков, ошеломляющих, он каждый раз больнее бьет. Там Киртл стал перед лицом, а у него дебаф от камня, увеличивающий урон на 300%. Знаете, либо меня объяснить, я дам. А чё у вас на руках за хуета, я не понимаю? Как, блять, не закрываются руки? Скиньте мастер. Во-первых, Аториус в ДД умер. Аториус, блять, в танкоспеке ты должен быть, в танкошмоте. Я понял. Я думал, что, короче, когда вот эта огненная пол появляется, там метка будет, оказывается, ее там нет, поэтому это бессмысленно, разве нет? Да. Это вначале оно там появляется. Да, я не знал просто, поэтому, ну, не надо, давайте я в ДД буду, это просто бессмысленно. Ты должен закрывать с нами третий танк, руки, чтобы ДД могли свободно бить и не тратить время. Я закрываю. Ты в танк спекнись. Понимаешь, ты больше сможешь закрыть, когда ты в танке. Если вот три танка будут закрывать, ДДшкам не надо будет ничего делать. Появляется обычно только два в центре и одна под мили. Или наоборот, два под мили и одна в центре. И все, я с центра сзади закрываю всегда. Все, давайте, ДС. Все, секунду, спекни с ДД. Все так же, пет ханта, пет мага одного, фиташ и все впереди стоят. Нянька, где печенька и звезда будет закрывать, я в центре, и ты будешь сперва где треугольник, а потом под боссом смотреть с центра тоже, где я. В ДД спеке 7 рук подряд закрывал, ну, вы лучше знаете. Спек. Зачем тебе ДД спек? Ты бьешь босса? Ну, вот нам 2 миллиона не хватило. И все, и про это. Нам 2 миллиона не хватило, потому что люди умирали. И как раз таки ты был один из тех, кто умер. Делайте выводы. Все, давайте, ребят, просто ДД. Тебе не надо бить, тебе только руки закрывать. Одного ДДшника еще нет. Вот. Там сова жливнула. Ну, вместо совы и Таша теперь там стоит. Просто говорю, одного человека еще нет, ДДшника. И поэтому не хватило. Не знаю, у меня почты нет. Каску по магам. Почту в миле поставил. Почта в миле стоит. Около креста. Все, ключи даю его. Каску магам. Дай Иронику каску. Все. И пристам каску. Женя, ты тут? Да. А что не готовность подтверждаешь? Каску не давали. Все, есть каска. 5, 4, 3, 2, 1. Гера, что? Секунда, метка. Одна в центре, одна справа, в луне. Быстрее. Все, молодцы. Где дебаф? Какой дебаф? Ну, который замедляет. Как ты в зеленке? Да нет. А-а-а.
Так это имба. Вот. Рука назад, я могу наткнуть. Пальник. На успею. Поэтому надо нянек, чтобы ты чуть левее меня стал, а ДК наоборот правее. Я вот тут стою. Я в центре всегда стою. Сейчас ошеломляющие руки сразу будут. Руки одна в центре закрывает, два под мили слева, смотрите. Не все под нами закрыть. Все равно дебаф один свой, по-моему. Киртл свое дебаф. Значит, второй. Истерию дать, Кирос. Да, чего? Истерию дать, Кирос. Да закидай, да, сейчас спрашивай, кидай просто. Уходите за спину. Секунда, метка. Руки одну. Возвращайтесь, просиливайте. Центр я сам закрываю, можешь не ходить туда. Главное, что по бокам. Сейчас ошеломляющий опять. Секунды. Все, дверь в центре, одну дальнюю закрой, в центре закройте. Не свалил дебаф. Ох, потом глыбы есть. Да тебе. Ой, ты же видишь там по ступеням место просто. Там нужно ему успеешь закрыть. Да. Не, почему? Я глыбы встаю, глыба снимает мне дебаф. Одна в центре, я займу ее. Левого смотрите, еще одна где. Под боссом прям. Секунды. После ошеломляющего руки сразу. Две за спину уходите, за спину. Одну в центр закрываю. Возвращайтесь. Блять, после этого сразу быстро убегайте. Сейчас. Убегайте. Возвращайтесь. Свой армейдж бы я отдал, не вставайте. Не вставай. Ошеломляющий и этот. Вставай, вставай уже. Вы что там, сука, на руках сдохли? Нет, меня рядом с мной по танку. Прибило. Нихуя не понял. Кирос БР киртон. Кирос БР киртон. После этого, после этого. А, бля, кстати, там пета, если что, моего нет. Поставь. А где киртон? Ёб нет. Середине. 3 секунды. Ошеломляющий, потом блоки поднял. Поставил. В центре одна. Выйди, Конт, выйди, Конт. Ошеломляющие секунды. Уроки будут смотреть. Слева в основном все. И под боссом одна. Этот, после рук там вар подбеги, там на хп крикни. Я пока докричу. Подойди, ну... на него никто стоял. Давай, вмешательство, кидай на кого-то. И на хп. 2 секунды. Ошеломляющие руки, смотрите. После этого ошеломляющего за спину. Идите за спину. Ну ладно, в 5
печеньки одна, все. И под боссом одна вроде. Возвращайтесь. Да сука, да как так нахуй? Всех шотнуло? Адский удар. Адский проклял. А из-за чего? Хз. Все вроде забежали, подъебали. Либо кто-то сдох нахуй, либо хуй знает. Да не, все были живы. Никто не умирал. Значит... Может, пьеты были под боссом? Не знаю. Сдох, не остались, типа. Короче, но если без петов, без петов, блядь, нахуй. Вместо петов сами встанете. Отойду на минуту. Да, мы же сделаем перекурчик быренько. Как раз 25-е тело доберете. В комнате курите, ебать. Mm. Да-да, сильно ты сигу в комнате покуришь. Сигу как раз и надо. Ну, блять, а что-то другое, если хочется покурить. Ну, кальян ставь тогда, раздувай. Да не, вонять будет пизда. Да похуй. Вытяжку надо ставить. Ну, такая маленькая в окно есть, но, блять, для зимы только. Говорят, курить это как сосать хуй сатаны. Заебись, пойду сосну туда. Поздравим пацана, блядь. Я не ебу нахуй, как это произошло, блядь. Потом, может, на видосе, ну, я, наверное, не буду смотреть, пизду. Ну, какая-то дичь произошла, блядь. Не знаю, еще, наверное... Пока, блядь, все резнутся, еще трай, наверное, и все, и пизда. Конечная. Ну, да. Пока с руками разобрались, блядь. Теперь, блядь, петы какие-то умирают. Короче, у него был адский удар. После адского должен быть ошеломляющий. Он откуда-то взял 100 раги, нахуй. И начал еще адский кастовать. Адский он кастует после ошеломляющего. Если 10 тел не было, он сразу кастует. Либо если на адском ударе он убил сколько-то петов, там 5 штук, и они апнули ему 100 раги нахуй. Но кого он убил, что нахуй убил, может руки, блядь. Это остается загадкой нахуй. Артём, у меня мана не морестась. Кто-то, блядь, чьи-то петы ебаные, или пристовские, или чьи-то, нахуй, сдохли, блядь. Может, копии, нахуй, в руках закрылись, хуй знает. Короче, приесты петов не выпускайте, даже если маны нет. Нет. Не, им надо выпускать только после ошеломляющего. И когда до этого, до адского далеко. Если он вешается на них, если их не захиливают, блять, и они умирают, они 20 раги боссу реагируют. Налезть, нас легче засумонить. Короче, кетл тогда перед лицом со всеми постой. Без пета будем бить. Да маг нахуй, это вообще пропащее дело, блядь. А кого его, там, захуярят нахуй, у него брони меньше всех, там физурон. Надо кого-то с броней побольше. Ты, наверное, сам вставай, ну, забей хуй на эти руки, ну не закрой, и пусть идут в пизду тогда. Да не, не. Вон Арториас, а ты стой, СДД спеки, дебей. Мы с нянькой позакрываем, плюс руки третий кто-то всегда закрывать будет. И все. Этот Арториус, ты понял, что делать в кресте? Yeah.
Под боссом говоришь? Да, знаю. Да, конечно. Че, мне под босса становиться? Когда горят, убегать. Да. Ну, смотрите за рагу босса. Повтори, кто в кого спекается? Ты его ДД бьешь босса. О, заебись. Боишься в сне. Руки мы закроем с няньками. Только ты в кресте обязательно этот клиф ошеломляющего удара должен делить. У тебя же нету червей, да? Нет. Ну, заебись. Нянька, ты тут? Давайте будем. Не знаю, куда он там подбежал, блять, но у меня, по-моему, крика не было. Ну, наверное, не чувствует ренжу, какая там есть на крик. 30 метров вроде. Все готовы. СС дайте. Два СС по Киртову и Слэйр Мейджу. Киртов, Слэйр Мейдж. Последний трай, если что, потом уходить. Да, последний трай уже, ребят. Так что на максимум делаем. Киртов, Слэйр Мейдж. Первая, вторая пати перед лицом стоял. Смотрите. Женя и Киртл помогают третью руку себя закрывать. Няника с центра. Я буду делать треугольник монатами. Стараюсь. Enter. Ну, с центра печеньку смотри. Ага. Я буду с правой стороны, потому что я перед лицом смотрю. СС на кирку, как я положил. Ага, все, зол, смотрите. Право, помогите срочно, на луну кто-то встаньте. Что заебись? Руки. Треугольники, смотрите. Тут везде закрывайте, смотрите. Руки. А две в центре, одна от меня. Приора даете танком закрывать. Уходите за спину. Зубы нужно? Да не, не надо. Прямо от огня руки появились. Одна в центре, одна слева. Возвращай. Треугольники, одна под ней. Блять, ну ты в центре не закрыл, что ли, нянька? Одно тело. Одно тело под боссом. Ты пришел, я тут уже стоял. Адские отбежали назад. Ты в смысле, куда ты отбежал? Я же сказал, ты в центре закрываешь. Я смотрю, ты там стоишь, я дальше пошел. Я в ахуе просто. И куда ты пошел тогда? Я там и стоял. А твоя взорвалась в центре. Ты из центра пришел ко мне. Я с правой стороны смотрю, сквозь центр. Я даже не заходил внутрь, пошел дальше. И ты вышел оттуда и взорвалась. И пиздец, и упали все. Я стоял, я видел, как ты прибежал. И куда ты делся потом? Твоя взорвалась.
Блять, наберешь варов, блять, по объявлению, да? Ну. Там еще спорят, что. Вроде нихуя сложного, блять. Если ты пойми одну простую вещь. Похуй, какая, блядь, тебе метка назначена. Ты появились руки, ты до ближайшей добежал, встал. Все, похую да, на все. Да, я так и стал. Нурик из центра взял и прибежал ко мне. КС, там даже хоть миллион в руках, она не взорвется, если там кто-то стоит. Ты ушел с центра, и все, и твоя взорвалась. А в центре что, ни РДД, никого нету, нахуй. Тоже хуй забили. Там забили. Нурик был. Да какой Нурик, я нахуй? Уже... Я говорю про РДД, про других, блядь. 20 человек в рейде, 10 человек, 3-я, 4-я пати. Их что, не было тоже? Значит, им это нахуй не надо, блядь. Печеньку забирай и в пизду, нахуй. И чилить идем, нахуй. Если они не шевелятся, стоят, нахуй. Думают, за них все будут делать, блядь. Сука, танки они не телепортируются. Маги для этого 4 штуки в рейде есть. Повернулись, на 3 руки посмотрели. Если все на местах, значит все заебись. Если нет, блин, канулись, блядь. Что, блядь, может быть непонятного? А так, если хуй класть, блядь, я не знаю, нахуй, как в гильдейских рейдах вы играете, блядь. Там, наверное, танки и редары, блядь. Гоблины, нахуй, со скачком, блядь, со всей хуйней прыгают, блядь, по рукам закрывают. Последний трай. Все. У нас минус ДЦ. Кинь пати Ваня Серафима. Ты КВБ же ушел. Сейчас ДЦ доискивать нахер надо. Нам пополам, ребятам. Привет. Привет. Кстати, даже блинк не нужен, можно пешком дойти до метки. Это получается, рука взорвалась, и меня она убила. Потому что я стоял, как раз под грула подбежал, и бам, и просто меня снесло. Ретрик, ты там говорил, у тебя Т4 хпа есть? Пятница, да, пожалуйста. Есть. Серафим как раз перед лицом постоит. Кого я? Жив стоит, чинитесь. Я задолго. Серафим, стоишь в кресте перед всеми. Первая, вторая пати. Когда тебе говорят за спину, бежал, бежал за спину, потом опять перед лицом босс. Я помню как. Все, все тогда. Давайте, у вас трай по-быстрому. Я забыл, это когда у него 100 энергии, он адский кастует? Да, да, а... сразу адский кастует, 100 энергии. А, то есть я могу остаться под ним, под зеленкой, да? Нет. Нет. Не надо оставаться. Окей. Рыбку дайте. Пристал баф. А рыба где? Че захочу. Так, а мне на хп лиде стоять с общим паком до РДшников? Да, может, и хочешь стоять, okay. Но не умри. Стоит. Главное, можно когда убрать? У босса 24-30 стаков, и он нашел мляч до этого, надо с двумя хапалами просчитывать первую и вторую пати. Потому что без ДЦ это хуйня будет. А этот пэт, вы его сюда специально поставили? Копита. Вот локовский пет тут стоит. 5, 4, вот. 2, 1. Грилли, ты должен не вместо пета, а сам там стоять. Да пускай будет. Ладно. Сдохнет, сам станет. Главное, чтоб заметил. Куда? Нормально.
Как он тебя повернется? Хуй ебанский стрим будет. Руки, две в печеньке. Одна слева везде. Бар, на будущее, если ты встанешь на метку, шли нахуй любого, кто к тебе подойдет. Руки не закрыли, да? Да не, не, это босс откинул, адски заебашен. Диван. Это все. Ладно, заходите, разрубить балагеру. Бля, заебись, я куда зашел. Все можно ссылать, как понимаю, да? Не хотят люди закрыть, ну им нахуй надо тогда. Не буду больше бренд не ставить. Как вы с Гломан сходили? Закрыли. Ой, хороший бед. Да.